Да. А, получается, крутишься. Да. О, гениально, отлично. Отлично. О, все, много, много. Все, все, не стойте, Кабел. Все. Все, хорошо. Все, запись, пожалуйста. Надя, вперед. Всем добрый день. Ну, хочу начать еще раз с того, что поздравить мужчин с 23 февраля. Это очень здорово, что у нас есть мужчины, и что в этой группе много мужчин. И вообще всегда радуюсь, что есть на этой планете мужчины. Вот. Независимо, мне кажется, от того, служили, не служили. Главное, что вы осознаете себя как мужчины. Это самое важное. Вот. Спасибо. Защищайте свое отечество, защищайте нас. Спасибо. И всего вам доброго. Что вам забыть обычно? Да, всего вам доброго. Вот, меня зовут Надежда Клюева, я руководитель проекта в Каритас, проекта, который называется «Дневно-центр для людей в ситуации бездомности». И вот к сегодняшней встрече подготовила такую небольшую презентацию про суть работы нашего центра и про то, вообще, что здесь происходит, для того, чтобы мы лучше понимали, чтобы вы лучше это понимали, чтобы понимали, куда мы приглашаем людей, что за дело мы делаем. Вот. Я почти с вами со всеми знакома, некоторых не знаю, но мы еще в процессе познакомимся. Вот. Как-то так радостно, что у вас так много, и здорово. Спасибо, что пришли. Вот. Но моя презентация, я думаю, что займет где-то минут 20, и потом Ира еще расскажет небольшой кусочек теоретически, потом мы сделаем упражнение, да? И надеюсь, что сегодня у нас тоже получится еще практическая такая часть, когда мы уже выйдем на улицу и попробуем пригласить людей сюда в центр и попробуем на практике этот первую встречу, первый контакт. Ну, собственно, если коротко, и здесь там такая короткая справка о Каритас в Москве. Вообще Каритас – это религиозная организация, социальное служение католической церкви. Оно появилось в мире более 120 лет назад, в России уже 26 лет нам. Вот. Мы в Москве, вот организация называется «Каритас Архиепархии Божьей Матери в Москве». Это территориальный центр вот этой архиепархии Божьей Матери. И у нас есть три организации «Каритас», которые работают в Москве, Санкт-Петербурге и в Калининграде. И есть еще проекты там в Тихвине, в Новгороде и еще в нескольких там маленьких деревнях. Вот. «Каритас в Москве» – это небольшая совсем организация. У нас есть офис на Дмитровском шоссе. Может быть, кто-то из вас там был. Это небольшой офис. У нас сейчас работает 5 проектов. Все проекты не очень большие. Как бы один из наших таких принципов – это небольшие, но эффективные проекты с обязательным включением волонтеров и профессиональных работников. Вот, да, у нас есть много внутренних документов. Если вам когда-нибудь захочется стать частью персонала Caritas, то вы поймете, что у нас очень много внутренних регуляций, но это сделано для того, чтобы наша работа была более эффективной, как-то, чтобы мы понимали свои результаты, чтобы меньше выгорать, чтобы больше лучше помогать людям. Я сотрудник, я вместе с Ириной, вместе с Татьяной, мы сотрудники службы помощи бездомным Caritas, и миссия нашей работы с бездомными в России – это окончание бездомности. То есть это не поддержка жизнедеятельности человека, это не какая-то паллиативная помощь, это именно окончание бездомности, и мы работаем на то, чтобы бездомность заканчивалась хотя бы в конкретных случаях. И мы идем к этому. А вот здесь я написала немного про историю создания этого дневного центра. Писала я ее сегодня, не знаю, может быть, Дима меня немножко поправит. Вот. Но на самом деле история у него уже очень длительная. С 2015 года мы познакомились с Дмитрием Иваниным и начали совместную активность. Дмитрий приходил к нам на мастерскую социальной работы, тогда вместе с Эрминой и Мариной Феликсовной мы проводили такие встречи. Вот. И как-то очень долго присматривались друг к другу, сдруживались и так далее. Вот потом начались какие-то совместные волонтерская активность в 2006 году. И в 2007 году мы делали школу жизнеустройства в Саратове, в которой тоже Дмитрий участвовал. Он организовал проект, который назывался «Группа поддержки и самопомощи для бездомных на улицах Даниловского района» от организации «Даниловцы». И тогда Дима победил в конкурсе мини-грантов этой школы и получил небольшие средства на
создать, ну, как бы на создание и развитие этих групп. И как бы часть из них как раз вложена в этот центр там, в качестве оснащения. Вот. Потом в 2017 году у нас тоже был, у Caritas был грант от правительства Москвы, от комитета общественных связей, и там одно из направлений было как раз развитие уличных групп, и мы вместе с Дмитрием начали, с волонтерами и с сотрудниками начали развивать вот эту уличную группу на раздачу питания даниловцев, и начали мы, наверное, где-то в мае, то есть первые такие попытки были в мае 2017 года, вот, и, собственно, потом уже где-то с августа она стала стабильной, вот, и Ирина, Дмитрий Никифор туда постоянно приходили, и участвовало много волонтеров, и как-то, ну, то есть как-то эта группа продолжает жить, несмотря на холода, несмотря на сложности в коммуникации, когда вокруг очень много всего происходит, и сложности в фокусировке в такой ситуации. Вот. Но когда мы начали развивали эту группу, одно из вещей, которые мы поняли, что, конечно, нужно какое-то стабильное место, стабильное помещение для того, чтобы люди приходили, могли немножко передохнуть, могли как бы отогреться, попить чай, чтобы это было не в суете на улице, а чтобы это было где-то в безопасном и стабильном месте. И вот мы начали искать помещение, начали мы его искать, ну, не дай бог соврать, наверное, в мае или в апреле 2018 года. И мы очень много смотрели помещений, очень было много вариантов, и ничего не подходило. И плюс тогда случился конфликт у ночлежки с жителями Савеловского района, и, то есть никто не хотел сдавать под бездомных, и это такой очень длительный процесс, страдальческий такой поиск этого помещения. И потом у Димы появилась идея, что вот есть вот этот центр встречи, что как бы у них есть библиотека, что они думают ее закрывать. И, собственно, тогда, в осенью 2018 года, мы договорились со встречей, начали разбирать библиотеку, очень много в этом участвовали. И, собственно говоря, постепенно-постепенно разобрали. И в конце 2018 нам Caritas тоже дали грант от фонда президентских грантов на развитие дневного центра, на открытие и поддержку этого места, на аренду, в первую очередь, на какое-то тоже оборудование. Вот. И 21 января 2019 года произошло открытие этого центра. И вот, собственно, сейчас месяц, как центр работает. Основную цель работы этого центра мы видим как создание условий для жизнеустройства людей в ситуации бездомности в Москве и регионах РФ. Можно отдельно разбирать здесь, что значит создание условий, что значит жизнеустройство, вот, потому что понятно, что мы, ну, как бы один из основных принципов нашей работы, такого подхода, что мы не делаем что-то за человека, а мы создаем условия, в которых человек развивается сам и как бы берет ответственность за свое развитие самостоятельно. Жизнеустройство – это, если в очень простом понимании сказать, это когда жизнь устраивает. Это когда ты живешь в таких условиях, в которых тебе подходит, в которых можно говорить о качестве жизни и в которых можно говорить о том, что человек, ну, как-то встроен в социальную систему. Еще отдельно хочу обратить внимание на то, что здесь формулировки и во всех формулировках этой презентации, в принципе, во всем, когда мы говорим, стоит не бездомный человек, а именно человек в ситуации бездомности. Потому что это не базовая характеристика человека, это не определение его, это ситуация, в которой он находится. И это тоже очень важно, что то есть это человек в трудной ситуации, которая может быть преодолена, и он уже потом не будет в ситуации бездомности. Потому что, когда мы говорим «бездомный человек», мы наделяем его как будто этой характеристикой, что это его основное качество, это не так далеко. Вот, здесь, так, ну, здесь так, написаны такие принципы нашей работы, как мы это делаем, как мы создаем условия для жизнеустройства. И вот, как я уже говорила, что создаем обстоятельства, чтобы мужчины, потому что основной, конечно, контингент наших мужчины, и вообще бездомных стоит 95% мужчин, чтобы мужчины принимали новые решения, потому что это взрослые мужчины, уже с принятыми решениями. И для того, чтобы измениться, нужно принять новые решения, как-то посмотреть на свой жизненный путь и изменить парадигму своей жизни. Вот, чтобы эти решения способствовали самостоятельному жизнеустройству. Второй, и, может быть, даже это первый и нулевой принцип, что мы создаем доброжелательную атмосферу. В принципе, мы приходим как люди, не как профессионалы, а именно как люди с сердечным отношением для того, чтобы создать такую атмосферу, где человек может немножко оттаять, может как-то, ну, побыть в безопасности, в спокойствии. И в этой атмосфере, может быть, у него, ну, во-первых, может отвлечься немножко от своих проблем, а с другой стороны, что у него могут открыться какие-то, ну, или воспоминания, или, наоборот, ресурсы на будущее, или какие-то новые понимания. Вот эту доброжелательную атмосферу мы, конечно, создаем как люди. Вот третье, сопровождаем конкретных людей до полного жизнеустройства.
это ну, индивидуальное сопровождение и то, что мы сейчас только начали развивать. У нас до этого была в основном групповая активность, а сейчас мы как бы немножко перефокусируемся на индивидуальное сопровождение для того, чтобы бездомность каждого конкретного человека заканчивалась. Уважаем достоинство каждого, и как бы уважение к достоинству лежит в базе нашей работы. И пятый очень важный принцип – это что мы не делим людей на бездомных и домных, не создаем гетто. И, если честно, я вообще-то против ночлежек, против социальных центров, против всех этих трудовых домов. Именно потому что они создают гетто, совместное пребывание людей, которым плохо вместе, и у которых нет никакого другого принципа объединения, кроме того, что им не очень хорошо. И из этого происходят всякие патогенные ситуации, такие как алкоголизм, наркомания, просто потому что нету какого-то общего дела. И вот мы всякими активностями, всеми нашими фибрами стремимся к тому, чтобы объединять людей и создавать ситуации, где куда включены и бездомные, и не бездомные, и люди, и волонтеры, и сотрудники, и как-то привлеченные какие-то люди, и просто гости, для того, чтобы у людей было больше понимания, для того, чтобы бездомность заканчивалась, для того, чтобы бездомных появлялись связи с небездомными и возможности выхода. Это было про то, как мы это делаем, теперь про то, что мы делаем. Вот первое, еще раз здесь повтор такой небольшой, что создаем это безопасное пространство в Москве, доступное для человека в ситуации бездомности, в трудной ситуации. Здесь написано для любого, я бы, наверное, подчеркнула то, что доступное для того человека, который хочет измениться. Потому что в этом одно из качественных отличий нашего центра от других центров, таких как центральное спасение, там ангар спасения, что то есть мы сюда не приглашаем просто побыть и там посидеть и поспать, а мы все-таки приглашаем поработать над собой, что-то поменять. Вот. Второе, это консультируем по вопросам документов и перенаправляем к партнерам. И сейчас мы там создаем такую большую интерактивную карту, где будут все участники жизненного сопровождения, все организации, которые работают с бездомными. Хочется всех объединить, все услуги для того, чтобы людей перенаправлять и вообще создавать вот эти новые связи перенаправления. Вот, как я уже говорила, тоже сопровождаем людей индивидуально. Открываем группы общения, ведем группы общения. Вот здесь написаны там основные, которые здесь сейчас проходят в центре на будних. Вот «Общение в нашей жизни» одна из групп называется. «Выбор жизненного пути» называется другая группа. Есть сейчас мастер-классы по трудоустройству. Есть еще группа по развитию мышления, она проходит по пятницам. Вот, проводим выездные мы группы и с вами вместе, и в «Справедливой помощи». У нас есть волонтеры, которые проводят в теплом приеме. Специальный центр, тоже несколько раз мне проводятся группы в ЦСА, в государственном. То есть везде, куда нас приглашают, как-то где есть возможность открыть группу, мы хочется, чтобы группа была открыта, чтобы было такое место, куда человек может прийти за поддержкой. Вот. И пятое, что мы сделали в этом году, или даже уже в прошлом, это запустили круглосуточный телефон доверия при тяге, где работают тоже волонтеры, и есть там два основных оператора телефона, где постоянно, куда круглосуточно можно позвонить и получить поддержку, если тот человек, который находится в зависимости от алкоголя, наркотиков или игры, или еще какой-то зависимости, это такой телефон специально для людей с проблемами с алкоголем. Вот, сейчас хотелось несколько слов сказать про индивидуальное сопровождение, вообще, что это такое в нашем понимании, потому что есть очень много теорий социальной работы и понимание, что же такое индивидуальное сопровождение, и вообще, что такое сопровождение, потому что в каком-то таком советско-российском понимании сопровождения — это когда кого-то берут за руку и куда-то ведут. Вот мы так это не понимаем, это неверное понимание. Мы опираемся скорее на западную модель социальной работы, сопровождение случая, то есть кейс-менеджмент, как называется, есть разные модели этого сопровождения. У нас, наверное, можно сказать, что модель, ориентированная на заселение, и на то, чтобы человек ушел с улицы, заселился в собственное жилье, и это индивидуальное сопровождение с привлечением сторонних специалистов и волонтеров в сопровождение одного человека, то есть не то, что один человек сопровождает одного человека, а что вокруг одного человека выстраивается модель, выстраивается несколько человек, которые его поддерживают, с которым он поддерживает контакт. Вот. И, собственно, вот есть это у нас индивидуальное сопровождение, есть индивидуальные консультации одноразовые. На самом деле, эти же консультации проводятся у вас тоже на раздаче, вы сами их проводите. Это там ориентация, по направлению в другие какие-то организации, предложение какой-то конкретной помощи, может быть, какая-то вакансия, если у вас есть, вы предлагаете, то это как раз тоже уже индивидуальная консультация. Вот, и
Третье направление, которое у нас есть, это индивидуальное психологическое сопровождение психологическое. Но это не исчерпывающий перечень, то есть как мы только начали, это то, что есть сейчас, и я надеюсь, что и с вашей помощью, и с помощью там, еще привлеченных людей мы будем предлагать больше спектр этого индивидуального сопровождения, еще больше возможностей консультаций и возможностей каких-то индивидуальной работы, именно социальной работы с человеком. Вот. Сейчас скажу немного об этих видах более подробно. Значит, первый вид индивидуального социального сопровождения, ну, индивидуальной социальной работы, скажем так, это вот индивидуальная социальная консультация. И это единичная консультация у кейс-менеджера, специалиста по ориентации, волонтера, специалиста по выстраиванию трудового пути по конкретному вопросу для человека, который пришел первый раз. Задача такой индивидуальной консультации – это сориентировать человека по тому вопросу, который у него есть, дать информацию и перенаправить в другую организацию. Инструменты работы, которые мы используем, это, собственно, база организации, про которую я уже сказала, что вот мы их создаем. Есть, например, вот эти справочники, да, всем известны, у нас там их очень много, если вам нужно, можно их брать всегда, можно раздавать. Вы можете с собой всегда несколько иметь и при случае давать человеку просто около метро, это полезный справочник. Но мы делаем более широкую сейчас базу, чем этот справочник. База организации, база вакансий, которую мы тоже создаем, и пока что с малой вакансией. Мы очень нуждаемся и в работодателях, и в вакансиях, и в том, чтобы были какие-то контакты, постоянные желательные партнеры, которые готовы принимать на работу. Вот. Потом инструментом тоже является перенаправление к психологам, которые работают у нас в центре, про которых я чуть-чуть попозже. И вот перенаправление на телефон доверия на наш. У нас сейчас один... Простите. Да, перенаправление на наш телефон доверия. Эти консультации на сегодняшний день проводятся по понедельникам в этом центре с... Прошу прощения. Что-то прям... По понедельникам в этом центре с 9 до 16, по четвергам с утра и в пятницу с утра. Ну, как же я здесь написала субботу, это как бы вот ваше время раздачи, как раз тоже на нем могут происходить индивидуальные социальные консультации, как такие выездные консультации центра. Вот. Второй вид социальной работы – это индивидуальное сопровождение случая или кейс-менеджмент. Это длительный контакт с человеком одного или нескольких специалистов, волонтеров с целью поддержки его в жизнеустройстве и заселения в собственное жилье. Почему такой акцент на заселении? Потому что одна из базовых принципов, которые мы считаем верным, что социальное восстановление – реабилитация и вообще улучшение клинической картины человека идет в разы быстрее, если человек поселяется дома. Если он уже не живет на улице, а живет в каком-то стабильном жилье, желательно, чтобы это было то жилье, которое он считает своим. И вот, собственно, задача этого индивидуального сопровождения, которое мы тоже сейчас определили с кейс-менеджером на первые полугодие нашей работы, вот они звучат так, что определение потребностей человека, выстраивание плана индивидуального развития, поддержка в реализации плана и стабилизации, способствование заселению, переезду в «милый дом». «Милый дом» в кавычках, это тоже такое понятие, которое мы выделили, что мы хотим, чтобы люди именно переезжали в то место, которое им нравится, а не которое мы для них выбрали, чтобы это не были не социальные центры, чтобы это не были какие-то хостелы, которые мы снимаем, а чтобы это было то жилье, которое выбирает человек. И пятая задача – закрытие случая. Инструменты, которыми мы сейчас обладаем, это вот план индивидуального развития, это некоторая форма, там форма эссе, форма такого анкеты, опросника, вот там форма бюджета, который составляет человек, форм, ну там еще несколько форм, которые включают в себя, что такое план индивидуального развития, совместная работа команды, такие мозговые штурмы, которые мы проводим все вместе и вместе с благополучателем. Вот это как раз база организаций. Мини-гранты. У нас на проекте есть небольшие совсем, но деньги, которыми мы можем субсидировать наших клиентов, там, ну, в этом году тут 15 человек, которые можем субсидировать на снятие квартиры. И вот сейчас у нас вчера была первая защита индивидуального плана, и сейчас человек ищет себе жилье, и он должен с 1 марта уже снимать жилье, мы с ним должны заключить договор, вот эти деньги он первый раз перевести.
первый наш случай. Вот мастер-класс по трудоустройству, как бы мы столкнулись с тем, что очень много людей просто не умеют устраиваться на работу, не знают, как разговаривать с работодателем, боятся и так далее, или даже боятся там пойти в какой-то пенсионный фонд, еще куда-то. И вот как бы мы здесь это проводим, то есть объясняем человеку, как звонить, прям при нем, там, звоним на громкой связи, разговариваем, ну, тренируемся для того, чтобы человек шел дальше сам. Вот. И проводится каждый день индивидуально. Я можно это буду нормально? На этот момент, мне кажется, важно отмечать, да, потому что ну, вот я чувствую, что довольно-таки темп быстрый. Ну, я потому что да, понимаю, да, что он должен быть. Может проскальзывать, да, то есть про вот правильно я понимаю, что в этом центре первое, куда может человек обратиться бездомный, если он хочет чего? Если, например, у него нет паспорта, и он хочет понять, как восстановить документы. Ага. Если он хочет устроиться на работу. А он хочет именно понять. То есть это что значит? Оплачиваем ли мы пошлины? Нет, пока что нет. Пока что нет. То есть мы просто информируем человека. Да, мы даем распечатки законов, мы объясняем логарифм, как ему надо действовать, направляем в конкретный ФМС, куда он пойдет с заявлением, помогаем составлять заявление, можем написать ходатайство от организации. Я понимаю, что если человек вот нам подходит, говорит, как установить паспорт, мы ему говорим, что мы можем тебя проконсультировать, мы не можем оплачивать пошлины, мы можем тебе рассказать, какой порядок, куда лучше пойти, то есть... где мы знаем уже, что, скорее всего, тебя не прогонят, да, и как это будет. Да, если да. тебя это интересует, то, пожалуйста, приходи в понедельник. Понедельник, четверг, в пятницу. Ну, в понедельник, вот, ну, в 9.30 лучше, там, чуть попозже, что ли. Ну, в понедельник с 9, в четверг с 10, в пятницу уже с 10. Хорошо, с этим приглашением, да. Да, на консультацию. То есть, да. я на консультацию, и нужно записать его. Ну, то в конце прям будет у меня алгоритм тоже. Ага, работать. Будет алгоритм. Да, хорошо. Пригласить, да. Хорошо. Это более-менее понятно. То есть и эти консультации могут быть по восстановлению паспорта, по трудоустройству. По трудоустройству. Говорит, есть какая работа? Мы говорим, приходи в понедельник, и чего там будет? Ну, как бы, у нас есть какие-то вакансии, если тебе подойдет, то можем направить прямо на конкретную вакансию, если не подойдет, то вместе составим резюме, заполним, поищем в интернете тебе вакансии, у нас есть какие-то свои, есть какие-то это, вот, ну, поищем и что-то тебе предложим. Ага. Совместно, хорошо, совместно. Хорошо. Еще, значит, что-то трудоустройство. Паспорт, ну, не только паспорт, вообще по всем социальным. То есть там, а что мне с пенсию, как восстановить, а как мне инвалидность получить, а как устроиться в интернат, а как устроиться в социальный центр, а как, ну, то есть вот как что-то именно связанное с социальной работой. То есть у нас есть такой специалист, дальше сейчас будет перечень специалистов наш, у нас есть такой специалист Марина Харламова, который как раз... занимается вот этой вот историей по... То есть, в принципе, вы можете приглашать сюда человека с любыми вопросами. Да. Ну, с любыми, ну, как с любыми. То есть, пока что мы, например, не ищем родственников, у нас нет такого ресурса. Если были бы волонтеры, которые согласны, например, сидеть и искать родственников, даже достаточно долго, вот, то это было бы тоже... Ну, вот одна из... справочная. Ну, это... Ну, первое, это справочная, да. И... Ну, то есть, ну, важный момент, что мы не пойдем с человеком никуда, что как бы мы его научим, как это сделать, чтобы человек пошел сам. А, второй момент про... Что еще хотела сказать? Ну, да. Ну, как бы сориентировать по другим организациям, и как-то какой-то индивидуальный, там, например, юрист нужен. То есть мы можем тоже... У нас есть юрист сейчас уже, ну, которому мы можем направлять. И можно еще искать, например, базу. Ну, то есть мы стараемся покрыть все вот потребности, которые связаны с жильем, ночлегом, едой, вот этими социальными всякими вопросами, трудоустройством. Хорошо. Это первое. Вот, но про индивидуальное сопровождение, это случай, длительное сопровождение. То есть это может быть как, вот, как я сказала, что это сопровождение с...
с мини-грантом, может быть, сопровождение без мини-гранта, просто что человек сам самостоятельно устраивается. Например, у нас здесь сейчас мы в центр взяли на работу уборщика Рафаэля, который сам является жителем теплого приема, это один из социальных центров. Вот. И сейчас мы помогаем, вот вместе с Павлом, Павел его сопровождает, мы помогаем ему переехать из теплого приема в самостоятельное жилье, сейчас он ищет жилье и так далее. То есть вот, ну, мы ему никакие мини-гранты не выдаем, он сам на свою зарплату сейчас будет снимать жилье. Вот поэтому, ну, то есть вот именно сопровождение тех, кто хочет подолгосрочнее, тоже к нам, тоже можно. И, как говорю, везде нужны волонтеры. Вот, члены команды социальной службы вот этой. Да. Да, про то, что мы предоставляем субсидии на жилье, мы на улице не говорим. Мы говорим уже это здесь, либо мы это говорим людям в теплом приеме вообще вот в этой вот организации, в которую мы можем всех направлять. Это очень хороший социальный центр в Химках, который восстанавливает там документы и так далее. Все делает, проверяет все болезни, все психические болезни. И потом уже оттуда, пройдя вот эти 3 месяца там проживания, мы берем оттуда людей на вот это заселение. То есть мы отсюда можем направить туда, они там 3 месяца проживут, пройдут реабилитацию, скажем так, и потом мы их вот даем эти мини-гранты. На улице мы не говорим об этом сразу, то есть чтобы люди на это не шли, потому что пока очень мало денег на это. Как только мы, ну, сейчас мы будем писать еще дополнительный грант для того, чтобы у нас было больше денег именно на заселение, я надеюсь, что его будет больше. Вот. Но пока что мало, поэтому мы просто пробуем. Ну, вот, как я говорила, члены команды, что такое с ним? Ведущий кейс-менеджер Марина Харламова, Ася Еремина, специалист по ориентации и сопровождению, а может быть, слушай. Вот, Илья Ревакатов, это наш новый кейс-менеджер, Павел Киселев, администратор центра и волонтер. Вот, потом есть вторая служба, которая у нас работает, это психологическая служба. Более-менее понятно, что такое кейс-менеджер. А сколько у вас кейс-менеджеров? Ну, вот я сказала, 2. Видите, ну, вернее, даже 3. Вот, смотрите, Марина Харламова, это ведущий кейс-менеджер. Ася Еремина, она специалист по ориентации и сопровождению. То есть она больше отвечает за перенаправление, но она и тоже сопровождает, тоже как бы кейс-менеджером занимается. Илья Ревакатов, вот он кейс-менеджер. А сколько вы планируете на каждого человека? Ну, мы планировали, хотели бы, чтобы за этот год мы сопроводили 100 человек. Вот это, вот. То есть 30 человек примерно каждого, да? Ну, скорее, мы все вместе их сопровождаем, всех, то есть более-менее мы знаем про всех, плюс мы перенаправляем психологам этих людей, то есть мы как бы сейчас пока только выстраиваем, но вот выстраиваем такую команду, которая вместе сопровождает одного, и плюс еще, как говорю, нужны волонтеры для того, чтобы поддерживать с разных сторон, там, вот, там сходить на футбол, не знаю, что-то сделать, вот. Психологическая служба – это вторая служба, которая у нас есть, я написала принципы работы, осознанность, актуальность, ответственность. Работа психологической службы, создать условия для выбора пути получения качества жизни, преодоления достижения его для людей в ситуации бездомности. Вот задача психологической службы. Дать людям поддержку, чтобы они с ней увидели свою ситуацию, определить актуальные желания и проверить реальность этих желаний, увидеть свои сложности и преимущества на пути, выбрать стратегию, понять какие-то ограничения, риски и понять ресурсы, и найти силы, собственно, для воплощения этого пути, сопровождать этих людей на сложном, ну, непростом пути вот этого жизнеустройства даже во время срыва и после срыва. То есть психологическая служба – это что? Это что-то отдельное? Ну, как бы у нас есть, да, социальная служба, есть психологическая служба. Социальная служба решает социальные вопросы. Да. Да. Но мы служба оказывает психологическую помощь или что? Да. Ну, вот смотри, у психологической службы есть, смотрите, есть несколько направлений деятельности. Первое – это первичная психологическая консультация, на которую может прийти, собственно, любой человек. Это единичная 50-минутная сессия психолога, психолога-волонтера для человека, который пришел первый раз. Это первая вот эта активность, чтобы познакомить вообще, что такое консультация, что это за формат такой работы, чтобы помочь человеку сформулировать запросы, какую-то проблему свою, и чтобы пригласить на среднесрочное сопровождение психологическое, индивидуальное. То есть это люди с проблемой? Или что-то у меня кукушку сорвало? Ого, сходи как на психолога. Ну да. Ну, например, вот там пришел к нам в понедельник человек, он из Германии приехал, говорит, там, 10 лет жил там, потом что-то вот вернулся сюда, не хочу жить ни там, ни тут, не пойму, что вообще хочу, еще от него немножко пахнет.
И, в общем, вот такой вот пришел к нам парень. И в понедельник социальный работник говорит: слушай, ну ты вот как-то совсем не можешь определиться, чем у нас есть психологи, давай, может, ты сходишь на консультацию и поговоришь с ними, потому что мы видим, что какая-то сложность есть, они понимают, как помочь. В таких случаях, например, да, волонтер может говорить: слушай, а приходи, вот пообщайся там с психологом. Вот, или как лучше сказать, с психологом там, или там... Да, с психологом. Ну, слушайте, вот мне нравится, как у нас был когда Дима Никифоров, но мы с ним, конечно, все знакомы, он очень так прикольно говорил. Слушай, я вижу, у тебя есть проблема. Я вот прям знаю, я не знаю, что у тебя за проблема, но я вижу, что она есть. Так, я думаю, это слишком глупо. Вот, ну, как вариант. Вот, не нас... во всех случаях, потому что именно какие-то внутренние переживания своего бытия человека приводят его туда, где он сейчас находится. И по большому счету это удел параллельно психологической службы. Ну, я вот предлагаю, по крайней мере, точно, если в момент, когда человек говорит: слушай, мне очень плохо, у меня уныние, мне грустно, я не знаю, что делать, я не вижу смысла, я пью и не могу остановиться. Вот, я думаю о суициде. Но на самом деле ко мне подходили люди с такими. Не, я не спорю, да. Я немножко, да, снижаю. Но ботинки – это вагончик, или вот к вам, если у вас есть ботинки. Вот. Но вагончик... Ботинок даже в таком приеме. Вагончики есть на Курской, мы туда вот направляем, это при храме. Яковский. По поводу ботинок. Да, если человек подходит и говорит: слушай, мне нужны справочные ботинки, ты понимаешь, я уже 3 года ищу ботинки, и какие ботинки я только не пробовала, у меня столько обиды на людей, потому что они не могут мне дать эти нормальные ботинки. Вот тогда это все будет. Я даже знаю, кто это. Похоже, не только я. Хорошо. Да, давайте, чтобы это сейчас закон. У меня почти все. Хорошо. Ну смотри, просто вот. Правда, мое даже восприятие, хотя я немножко знаю, да, вот если все-таки ты хочешь, чтобы ребята приглашали, да, надо понять. Во-первых, да, что если человек на что-то вот жалуется или что, либо если ему плохо, да, либо да, просто наша задача зацепить как можно больше людей, поэтому в любом случае мы говорим: приходи на консультацию или что. Пусть он сюда как человек понял, что когда волонтера просто послушать и поговорить, а когда волонтеры сказали: слушай, приходи на консультацию. Сейчас расскажу. Перейдем к моей части, расскажу. Ну, слушай, когда волонтер просто послушать и поговорить, ну, когда, на самом деле, если это какая-то стереотипная история, которую рассказывают уже много раз, одно и то же, то это скорее просто послушать. Наша группа, да, да, ее одно из служений – это общение. Да, да, да. Поэтому вот когда общение, а когда я должен пригласить? Вот. Ну, если, нет, вот я говорю, если какие-то опасные формы социального поведения, или если вы видите, ну, как бы человек говорит, например, что я думаю о самоубийстве, то есть в таких вот точно случаях стоит пригласить психолога. Когда вы прям видите, или когда человек говорит про зависимость, у нас работает очень хороший человек, Максим Миненко, он специалист по зависимости очень хорошего класса, и к нему можно по зависимости, во вторник работает, весь вторник работает Максим всегда, и вот к нему можно направлять на консультацию, если по зависимости вопрос, по таким экзистенциальным историям, по этому, ну, какой-то вот этой потерянности, такой прям, если вы чувствуете, что человек, ну, прям, может быть, даже, ну, как бы критерием даже, может быть, это приглашение, может быть, такой немножко тревога рядом с человеком, страх какой-то, что вы понимаете, что вам некомфортно то, что он сейчас говорит, что он как-то очень близко вам впергся в границу вашу, вы не понимаете, чем вы можете помочь, вы растерялись, то можете сказать: приходите на консультацию. Ну, например, если вы общаетесь с человеком, он вам там жалуется на жизнь, что у него нет там денег, вот с работы меня уволили, там, или такой, ну, там, можно ему спросить, там, хочешь там устроиться на работу, вот есть там такой вот центр, там, приходи, там, все ему надо сказать, объяснить. Ну, то есть, если у человека какие-то есть там запросы, да, ну, хотя бы работа, хотя бы вот за это можно зацепиться и уже сюда его как-то. Ну, по социальным вопросам я понял, по поводу работы я понял, да, вот просто тоже один на один из крючков. Может, человек говорит: не, спасибо, у меня все хорошо, ну, значит, а вот там, на душе кошки скребут. Ну, скажи, ну ты на улице, у тебя не все хорошо, ну, приходи к нам, у тебя проблемы. Да, у тебя проблемы, я вижу. Как показывает практика, с места в карьер приглашать человека на консультацию к психологу,
90% не придет, раз, 100% подумают, какой-то странный человек приглашает. То есть, чтобы пригласить человека к психологу, нужно немножечко понимать, что ты вкладываешь в это понятие. Вот, куда он пойдет, зачем он пойдет туда, да, и что там он может получить. Поскольку психолог – это такая абракадабра, покрытая мраком, всегда очень много представлений, всегда очень много ожиданий, всегда очень мало понимания, что происходит. Если мы знаем, что нам желательно знать такой момент, что психолог – это долгосрочная история. Чтобы войти в этот рабочий альянс, контакт, нужно время. С первого раза, насколько этого не делается. И сказать, слушай, пойди к психологу, и вот, наверное, там у тебя что-то получится. Может быть, он и придет, но не получится то, что было обещано. И факт недоверия будет еще одной капелькой в его копилку. Поэтому, как-то так, как каждодневный, вот этот фокус из кармана, сходи как к психологу, лучше этого не делать. Пригласить сюда через форму. Там, есть люди, которые могут понять, с какой стороны твою проблему решать. И вот тогда можно перечислять. Там есть социальные работники, где какие-то формальные вещи можно решить. Там есть психологическая служба, где можно посмотреть, как строится твоя система и почему сейчас сложно. Вот лучше не предлагать вот этот джокер из кармана, а сходи-ка ты к психологу. Первое, что вы можете увидеть, когда вы скажете слово «психолог», пойдете приглашать, можете проверить. Человек как минимум отойдет, отодвинется в контакте. Это с людьми, которые сохранны. Это все мои соседи, все мои знакомые, все ваши соседи, все ваши знакомые будут делать так. То есть предложить им пойти к психологу, как минимум сработает стереотип. Поэтому очень аккуратно это делать. И хорошо бы внутри понимать для себя, что я подразумеваю под тем, когда я человеку предлагаю обратиться к психологу. Потому что дальше может быть вопрос, а что это, а как это? Мы должны для себя иметь очень простые слова, очень понятные для нас, которыми мы сможем объяснить, не отпугнуть, не превратить это во что-то очень сложное, неудобоваримое, и не выдать это в виде способа решить одним разом все проблемы. Можно я добавлю чуть-чуть? Тех людей, которые к нам сейчас приходили за этот месяц, которых направляли к психологам, и которые там приходили к Максиму как раз, которые приходили к Ольге, это все-таки которых тот человек, который направлял, уже знал. И знал, но имел с ним контакты, доверие некоторые. И тот человек уже говорил про какую-то свою проблему. Говорит, слушай, вот здесь сейчас как раз такой центр, там есть психологические консультации. Может быть, тебе сходить? И там вот, один человек, Леонид его зовут, он там сначала не дошел 2 недели, потом пришел 1 раз, сейчас пришел 2 раз, сейчас уже придет 3-й раз. И сначала, то есть его там запрос, может быть, был сначала меньше сфокусирован, сейчас уже чуть фокусирован. Уже с ним наш психолог договорился на 10 встреч, он будет ходить. Вот. Одна из его базовых характеристик – это такой некоторый инфантилизм и даже, может быть, такая легкая степень дебильности. Вот. Поэтому это такой человек, который, я не знаю, насколько он понимает там глубокую психотерапию, но тем не менее на том уровне, на котором он может оперировать, там, говорить про любовь, не знаю, про свои какие-то сложности, он говорит про них. Но это, я говорю, что вот направление психолога – это скорее вот этот уже такое доверие, контакт. И когда человек уже тебе доверяет, и ты ему говоришь, вот есть такая возможность, и вот еще это бесплатная возможность, потому что на самом деле психотерапия в Москве сейчас на данный момент стоит 4-6 тысяч за сессию. От 2. Окей, начинающих психотерапевтов. Вот, а это такая возможность хорошая и бесплатная, которая на самом деле очень мало кому доступна. И это там тоже была одна из базовых идей центра, что хотелось донести именно эту услугу для людей. Она для меня очень простая, она не очень понятна. Хорошо. Да. Вот правильно я тебя услышал, что когда вот мы общаемся, есть что-то вот такое очень расплывчатое, непонятное. То есть вроде бы мы общаемся, но я чувствую, что вот как-то речь не совсем про предмет, не про ботинки, да, а скорее про какие-то внутренние переживания человека, которые я не понимаю и не очень понимаю, что с ними делать. И как-то я, как волонтер, не очень понимаю, как на них откликнуться.
И иногда, может быть, даже кажется, что они как бы текут сами по себе, и я тут вообще не понимаю, при чем тут я. Mm-hmm. Да? Вот тогда я могу сказать: слушай, знаешь, как бы, ну, я вот не очень могу тебя понять, но вот есть люди, да, сходи, я знаю, что вот там есть те, кто могут, смогут тебя как-то правильно выслушать, да, и может быть, что-то подсказать, но вот не посоветовать, да, то есть тут, что, может быть, слово «психолог» не говорить, mm-hmm. да, сказать, что вот попробуйте, мне сложно. Словом вы вместе сможете, там есть люди, с которыми вы вместе ага. сможете. Можно я скажу? Есть один важный момент, есть да. такой, может быть, ключик маленький, что когда человек говорит про вот эти вот свои переживания, которые, может быть, не очень понятны, не очень называются, то перед тем, как сказать, слушай, сходи куда-то еще, отзовитесь с собой немножечко. Ну, вот, я говорю, что, может, да. знаешь, мне как-то сложно, да, вот, ну, собраться, да. я, у меня нет такого опыта. Или там, я переживаю за тебя, я слышу, что ты, mm-hmm. ну, что у тебя какие-то проблемы. Mm-hmm. Мне, ну, правда, грустно это слушать, но я не знаю, как тебе помочь. Но вот у меня есть такая возможность пригласить тебя к такому к специалисту, к человеку, который uh-huh. тебя поймет, услышит, и которому ты сможешь фраза, доверять. Фраза, которую ты вот используешь, я тебя не понимаю, это фраза отвергающая. Да. Эта фраза говорит, я рядом с тобой находиться не буду. Я не выбираю быть в твоих переживаниях. Ну, это правда. Да, и тогда ты человека отвергаешь. Ну да, я же не могу его понять, или его переживания для меня тяжелые. Можно не понимать, но при этом оставаться рядом. Задача для себя уяснить, могу ли я сейчас оставаться рядом, даже не понимая человека. Говоря ему, что мне тебя сложно понимать, мне не понимать, а мне тебя сложно понимать. Сложно понимать. Но мне знакома ситуация, когда ну, бывают такие моменты в жизни, где очень сложно uh-huh. что-то определить, сложно сделать какой-то выбор. Любой мостик, который ты построишь, не отвергающий, он даст ему возможность еще раз не быть отвергнутым. Все наши подопечные, с которыми мы работаем, я называю людей в ситуации бездомности, это маргинальная часть общества, которая на протяжении многих своих лет была отвергнута неоднократно обществом. Первое, что мы должны научиться, это не отвержение. При этом очень хорошо учитывая свои границы, свою безопасность. В какой момент я выбираю не отвергать, если он стоит с ножом, тут машет. Хорошо, прости, пожалуйста. Но я думаю, что к этому вернемся, это важное понимание. Просто мне сейчас важно, чтобы у меня в голове, у ребят в голове сформировалась такая центр, да? Такая-то ситуация, я говорю, то-то, пожалуйста. Это мне очень откликается. Слышишь, видишь, уже нюанс, да? Не я тебя не понимаю, мне тебя сложно понять. Но об этом мы можем как-то дальше работать, да? Вот это важно научиться. Но поэтому и здесь. Вот. Но сейчас, чтобы было, да, как-то более четко, ясно, как, куда, в каком случае можно было бы направлять. Да, ну и вот, собственно, сказали про консультации, есть тоже сопровождение, в том числе совместное сопровождение с кейс-менеджерами и с психологами, направлено на решение личных проблем. Вот сейчас у нас один человек на сопровождении, у него зависимость права очень тяжелая, да, вот второй, про который я уже сказала, это человек с... Как его характеризовать? Ну, Леонида. Вот ну, крайней степени. Инфантилизм. Да, 30 лет, но он ведет себя как 16 лет, определенный подросток. Mm-hmm. Ну, тяжело. Ну, тот же Рафаэль, там, 52 года, он просто как маленький ребенок, 6 или 8 раз ему нужно что-то повторить, это чтобы... Это не образ? Что? Не образ. Нет, это не образ, это действительно образ. Он все забывает, там, пишет с ним на бумажке, там, его расписание, его обязанность, в общем, да. Mm-hmm. Так сложно. Да, ну то есть, и вот мы как бы совместно сопровождаем этих людей. Есть, ну, есть еще несколько там случаев, потом будем постепенно рассказывать, может, про них. Вот, и еще мы перенаправляем людей, там, сопровождение находится, видим, что как-то что-то не очень понимаем про него, там, про особенности общения, про какие-то психические особенности. Направляем тоже к нашим психологам, чтобы они посмотрели, там, один раз еще прошла консультацию, чтобы они дали рекомендации по общению. Вот, еще одна важная часть тоже как бы службы,
вот этой психологической поддержки, это группа общения и группа поддержки. Собственно, то, про что мы здесь в основном говорим, то, чему мы учимся на школе волонтеров. И, конечно, короткую форму, короткое выражение определения группы поддержки, я не знаю, когда найдется, произойдет чудо, вот пока что оно звучит так, что это встречи, участники которых в процессе общения друг с другом и выполнения творческих заданий и упражнений исследуют себя и свои сложности, а ведущий помогает принять и найти пути решения. Вот. Цель группы – это развитие коммуникативных навыков, раскрытие индивидуальных смыслов, мотивации и построение жизненного пути у людей в ситуации бездомности. И инструменты, ну, здесь я как-то перечислила, там, типа, первые, которые пришли в голову, но вообще-то инструменты групповой работы, про которые мы тоже будем здесь много говорить в школе, и их очень много в направлениях, если вы там решите тоже как-то поглубже копнуть, очень много литературы про это. И, собственно, группа сейчас проводится каждый день здесь, в центре, в будние дни. В понедельник с 14.30 до 17 веду я вместе с коллегами. Во вторник с 16 до 17 ведется там Светлана с Максимом как раз. Среда с 13 до 15 ведет Ольга. В четверг с 11 до 13 этот мастер-класс по трудоустройству, как бы написанию резюме и так далее ведет Ася. И в пятницу с 15 до 17 это группа по развитию мышления, ее ведет Марина Харламова. В конце я вам хотела раздать вот расписание нашего центра, я просто куда-то мы их положили, они, наверное, но мы в конце раздадим, что там прям по каждому дню, что где происходит, вот это вот расписание вот тоже было. Ну, собственно, члены команды нашей психологической службы, это Анна Карачевцева, Максим Миненко, Ольга Зоткина, Надежда Клюева, Ирина Моду, Марина Харламова, Виктор Гуляев, Ася Еремина и волонтеры. Вот, ну, волонтеров здесь не перечислять не стала, но, в принципе, еще есть несколько человек, которые тоже ведут добровольно группу, ведут группы в организации партнеров. Вот, поэтому команда большая, приглашаем тоже в команду, и хочется ее развивать, делать больше. И такое наше сообщество ведущих групп поддержки. У нас есть такое отдельное сообщество, закрытое в Фейсбуке, оно называется «Ведущая группа поддержки». Там мы обмениваемся информацией, к разными приемчиками. Тоже приглашаю вступать, если интересно. Ну, собственно, последняя служба, коротко с этим скажу, служба телефона доверия. Это линия круглосуточной поддержки людей в ситуации бездомности, страдающих алкогольной, наркотической зависимостью, а также поддержки участников индивидуального сопровождения. Люди, находящиеся на индивидуальном сопровождении, как я уже говорила, отзываются на телефон каждый день два раза. Хорошо. Также на телефон звонят. Мы делали презентации в ЦСА, в теплом приеме, в разных организациях, для того, чтобы постоянно звонили. Вот есть визитки, которые мы тоже распространяем, приглашаем тоже распространять, раздавать всем, у кого есть проблемы с одной зависимостью. Конечно, понятно, что мы не можем гарантировать, что человек там будет трезвым и сохранит трезвость, но как бы ту цель, которую мы ставим внутри команды телефона доверия, это чтобы человек сохранил тест на один день, и стараемся предоставлять здоровый выбор человеку и работать. Каждую неделю проходит обучение волонтеров, телефон можно присоединиться. Вот, члены команды, ну здесь тоже перечислили, Виктор Гуляев, Максим Миненко, давай Светлана, да. Маленькую паузу, да, вот про телефон доверия. А, давай, да, хорошо. То есть вот, ну так, условно говоря, проиграть ситуацию, в которой вот тогда я там волонтер подходит ко мне или лезет в сумку, достает визитку и говорит, слушай, ну как бы, то есть вот, даже чтобы понять, человек там выпивает, и чего? И мы говорим, слушай, сколько можно бухать? Он говорит, да я не могу не бухать. Знаете, что такое? А там тебя говорит, о, ты что там? Говорит, да, вот опять напился. Чего? То есть в какой случае, что это такое? Да, вот поддержка. Ну, как передать человеку смысл, ценность? Ну, действительно, если разговор заходит про алкоголь, прежде всего, или про наркотики, или про то, что человек употребляет, то можно сразу сказать, слушай, вот открылся здесь новый телефон доверия, на который анонимный, бесплатный, по всей России, с любого мобильного телефона, на который можно позвонить, и там все время есть кто-то, кто может поговорить о том, как удержаться от употребления, как не употребить, как не сорваться. Хотелось, да, не употребить, то есть что, да, человек, ну и как ты, да, нормально. Слушай, ну если вдруг захочешь, Кать, если захочешь перестать бухать, то есть правильно я понимаю, что там, как это сказать, такая первичная консультация, да, тоже проводится, да, то есть вот если у человека какая-то искорка есть о том, что может быть не выпить, да, позвони, поговори, тебе ответит человек, который как тебя поймет, и может станет проще, да.
А если нет, то ты ей скажи. Попробуй позвони перед тем, как выйдешь. Попробуйте предложить так. Ну, как-то просто сейчас, о чем мы говорим, с моей точки зрения, это отпугивающе. Нет, так вот, встретил этого человека, он в нетрезвом состоянии, или, ну, состояние наркотического, да, там, или ты ему предлагаешь позвонить по телефону доверия, даешь ему визитку, то, ну, мне кажется, что... Ну, слушай, если с нетрезвым, я бы вообще не советовал волонтерам говорить с нетрезвыми людьми. Да. И ни с какими, ни пьяными, да. ни под веществами, а именно с трезвыми. Ну, как бы следы употребления, конечно, мы видим, да, на людях. Ну, то есть видно, что человек употребляет. И просто можно говорить, что, слушай, открылся телефон доверия. Если тебе будет не с кем поговорить, вот телефон. То есть там визитки... в разговоре, да? Да. Мы не реагируем не на, как бы, человека в состоянии, а мы реагируем на, да, что-то в разговоре, что нам дает, да, такое... Но основание, что, может быть, человеку не очень нравится ситуация, что он пьет, да? Да. Да, то есть, как бы, что вот, или, ну, как, ну, блин, ну, а как на улице жить, да? Да, он говорит, слушай, ну, ты знаешь, ну, там, если ты хочешь научиться, то что у нас там есть, там, курбан, да, есть еще люди, которые не пьют, вот, сами, да, вот. А, и, собственно говоря, он говорит, ну, значит, тоже как-то возможно для них. Попробуй, может быть, сюда позвонить, да, тебе там, ну, как-то, что, что, как сказать, какую фразу, вот, по, я не могу тебя, там, мне сложно тебя понять, вот, а тут... Может быть, я покажу достаточно банальной, но я бы не говорила никак. Ага. Когда я беру на себя ответственность предлагать кому-то поменять его способ жизни, но для меня я реализую какой-то контроль, какую-то власть. С чего я вдруг решила, что ему нужно менять свой образ жизни? Ну, я могу предложить. Он может из вежливости сказать, окей, замечательно. Но я тогда разрываю связь между мной и им, ставя посередине момент контакта телефон доверия, психологическую службу и еще что-то. Так, ребят, визитки не берем, разрывает контакт. Визитки берем, но тогда, когда мы начинаем слышать с той стороны запрос, и он нам понятен, про что нас просят, тогда я делаю телефон доверия, предложение психологической службы нашей совместной, сейчас вдруг выбранной стратегии. Если я этого не слышу, то, ну, мне непереносимо сейчас про твой алкоголь, навык, позвони на трубку, там тебе помогут. Со мной сейчас об этом не говори. Ну, мы и в жизни такие вещи делаем. Там кто-то переживает, там, у меня нет денег, сижу без работы. Слушай, да, пойди в HeadHunter загляни, я не могу выдерживать сейчас вот этого вот. Работа волонтера с высокой степенью профессионального выгорания, очень высокая. И именно из-за вот этих вот вещей. С той стороны много сложных историй. И у нас на это очень много своих переживаний, много стереотипного возмущения, много злости, почему ведь можно все сделать просто. В нашей модели мира можно, в его мире. И мы должны учитывать, есть его устоявшийся склад жизни, в котором он живет достаточно долго и выжил. И пришел я такой великий и красивый. И сейчас я с легкой руки раздам тебе визитки и причиню добро. И сделаю тебя счастливым. На что мы можем среагировать? На что? Какие примеры фраз разговора? Вот сейчас буду делать, если успеем. Если уже делать упражнение, в котором вот как раз и буду в четверг. Я, кто был в четверг, я делала. Если мы сейчас приступим ко второй части, то я дам конкретные мостики, где слышать и с какой частью психической функции мы работаем. И оттуда можно видеть, готов слышать, сейчас место есть вкладывать еще что-то новое или нет. Ну, мы сейчас уже не успеем, но мы в следующую субботу. А сколько оно будет? Полчаса. Ну, да. Давайте так, если мы сейчас, смотрите, мы сейчас делаем 5-минутный перерыв. Подождите, а можно сейчас, давайте я закончу последний на слайде, про механизм приглашения человека в центр. Вот сам такой технический. Значит, механизм приглашения человека. Первое, это познакомиться с человеком, которого вы хотите пригласить, сказать свое имя, спросить имя человека, запомнить это имя.
И вообще первый принцип... Ну, представиться бы хорошо самому. Ну, уже. Сказать свое имя, ну, мне первое написать. Я, конечно, реально первое представить. Я говорю, привет, меня зовут Надя. И это, как бы... Я взорву. Можно, я считаю, это взорву. Можно очень прекрасно познакомиться с человеком, так его о себе ничего не сказал. Да, да. Вот, рассказать о центре его активности, вот, ну, как бы в том уровне, в котором вы понимаете это, сказать, что вот есть там консультации, можно по паспорту, можно по трудоустройству, можно по психологическим вопросам, вот, и пригласить на понедельник с 9 утра. Я писала сегодня конкретно под сегодня, то есть, что мы будем делать себе, сказать, что сегодня мы приглашаем на понедельник с 9:30 на 9:30. Вот, в таком формате спросить и написать на приглашение имя и фамилию человека. Мы в среду ходили на Комсомольскую, все, ну, большую часть нашей команды сотрудников раздали, мне сейчас не было стыдновать, спрашивать, не напомню совершенно человеку фамилию. И говорят, скажи мне, пожалуйста, свою фамилию. Там мне сначала свою надо сказать, потом я уже, ну, как, ну, то есть, я бы там не доверилась так на улице, просто человеку сказать свою фамилию. Но, тем не менее, каждый наш... правило на первую часть, на первые полгода этого центра, мы помним, что мы пишем имя, фамилию, передаем все Паше. Как я могу вас записать? Да, как я могу вас записать? Вот хороший вопрос, кстати, да. Куда бы добавить можно, что ну, у тебя есть право не добавить свою фамилию. Но давай попробуем сейчас выберем ту форму, по которой надпись на бумажке совпадет со списком, по которому тебя пустят. И там человек очень быстро проходит вот эту историю. Ты ему даешь право не реализоваться, но говоришь, давай придумаем форму, где они совпадут. И все, барьер снят. Ну, значит, и когда вы записываете имя и фамилию на листовке, да, вы, ну, все видели мое приглашение. Не надо, подожди, нет, остановись. А в принципе, смотри, можно сделать две строки. А, телефон, это ваш сейчас про Пашу продиктую правильно на телефоне, все его запишут, у кого это нет. У всех есть телефон, Паша? А неправильно? Смотрите, я у вас 25 минут все равно отберу, потому что сегодня попала. Пожалуйста, какой телефон? Да. Ага, а это неправильный телефон. Что-то телефон. Привет, смотри, на их презентацию. Ну что, телефон? Целый тягник. Нет, я только сегодня сделала, а будет первый. Вот, написано уже. 97-50. Ну, я думаю, что он придет посмотреть, что... Когда мы дали, мы стали волонтером. Да. У него уже пройдено на все. За сегодня. Ну, собственно, вот пошел мои контакты. Напиши, мне нравится, пожалуйста. Да, в любой момент пишите, звоните, я для общения. Ура. Очень рада. У нас сейчас прекрасная презентация, практически начальная. 30 минут. Да, мне ясно про 10 минут. Смотрите. Две группы. Либо их выпить на пары. И дальше. Сейчас, значит, из вас будет. Дома не поднимайте руки. Всех занятий школы волонтеров будет меняться такое количество 20 как-нибудь. Так, 7 человек бездомные в одну сторону. Начинаем общаться с самопредъявлением.
я такой-то, я то-то, могу ли я с тобой? А дальше уже выступает в другой стандарт. Поехали. Вот сидят бездомные 7 человек. Thank you.
заканчивая. Я сразу предложил способ легче. Я сказал, что
так же той, кто помогает уже устроиться. И дать вам вектор для дальнейшего развития. Вот это так. Я сказал, что я в трудной ситуации, это не сказал, почему я не сдался, не дал запрос. Ты решил, что мне это работа на трудную, поэтому решил я в трудной ситуации быстро вела на работе. Я сказал, а что только он землю, ты не хорошо работал, сказал, да. А он говорит, а я посмотрю сюда, типа, я на это зависит. Видите, на этом примере что мы получаем? Очень сложно оставаться в неопределенности. Очень хочется быстро дать вот продукт. Это привычный жизненный способ, и это же способ избегать оставаться в том, где очень напряженно. Другой чувствует, что на тебе вот быстренько, вот тут я накидаю, только, пожалуйста, это, давай быстрее прими решение, давай разойдемся. Приходи туда, сделай другие. Это первая наша проблема коммуникации. Волонтеру это непростая задача выдерживать то, что находится между им и бездомным. А это очень много непонятного. И туда хочется добавить. Расставить все на свои места, потому что состояние неопределенности у каждого очень много требует. Теперь по поводу приглашений. Работали с таким одной из базовых точек перечисленных компаний. Когда мы кого-то куда-то приглашаем, мы должны в голове иметь этот момент. Что он из того, что я ему говорю, может запомнить? Он это может запомнить. И как мне нужно сообщить? Это очень простые, короткие, понятные вещи, которые мы там следуем. И желательно перепроверять, услышали или нет. Допустим, ты можешь пойти, мы говорим, есть социальный центр. Ты можешь туда сходить. Так мы можем перепроверить. Он запомнил, что я ему предлагаю социальный центр, а не кинотеатр. Да, внутри я думаю, ага, меня считают склеротом, идиотом, спасибо, я запомнил, до свидания. Еще больше информации добавить, чтобы запутаться. Обязательно то, что мне не дали ручки, прошу руку сказать социальный центр, а так как я сам получил, так вот, там всегда есть находимость. Первые строки, с которыми мы работаем. Когда мы что-то другому пробуем, мы не держим это у себя в руках. Мы отдаем это другому человеку, мы формируем. Переходной объект между мной и другим мы даем. Вот это наше желание дать быстрее сюда. Дай листовку, он ее держит в руках, это мышечная память уже туда включается. Ему что-то дали, он что-то чувствует, и вы можете понять, это говорить. И вы можете предлагать, посмотри, ты видишь, где это? Попробуйте туда, вы делаете это вместе. Давай посмотрим, пробуйте употреблять совместные формы. Давай сделаем это вместе. Давай проверим, понятно ли стало, не тебе, понятно ли тут написано, давай проверим. Ты знаешь, как туда добраться, ты был там когда-нибудь. Такие маленькие маячки, подкрепляющие. И мы можем говорить про это, у нас есть время. И туда можно чуть-чуть что-то еще добавлять. Можно, если он говорит, там, я запутался сильно, у него стоит тревога. Ты говоришь, да, Москва была сложной, я тоже иногда путаюсь по этим картам. Давай посмотрим, как туда пройти. Отвлекайтесь своими переживаниями, что да, такое может быть, и со мной такое тоже бывало в каких-то случаях. Тогда мы можем формировать общее пространство переживаний. Где нет иерархии, он умней, он главней, а я какой-то непонятный ущерб. Сейчас у вас есть возможность пойти с нами со всеми на кормление, там достаточно много людей. Попробовать начать контактировать. Да, те, кто хочет, пригласить одного двух людей к нам в центр. Ну, да, это не понравится, потому что прошение есть. Здесь помогает объяснить, почему.
почему на понедельник? Вот сейчас полторы минутки заберу, почему на понедельник это поставлено. Если мы занимаемся задачей социализации, то мы заводим человека в те условия и правила, в которых работает весь мир, из которого мы выйдем. Рабочая неделя начинается с понедельника, ритм жизни рабочий начинается с понедельника. Мы таким образом встраиваем его в эту систему, из которой он выходит. Мы ему даем возможность определять время внутри себя, определять границы внутри себя. И планировать понедельник позволяет дальше что-то делать. Поэтому у нас стоит первая встреча, это понедельник, таким образом мы возвращаем в ритм нормального функционирования, которое принято у нас. Понедельник по пятницу. Есть, да, здесь две стороны. С одной стороны, здесь написано приглашаем, второй против. С кем мы здесь имя человека сюда? Из маркера, сюда маркер поставился. Здесь между 18 нужны просто трудоустройство, понедельник, 19 или 16 по адресу. Все спрашивают, где их больше Новилецкий, вот близко, да, рядом. Рядом с тем, где мы раздаем. Здесь вы должны перегрыть наших услуг, которые мы предоставляем. И правила. Правила быть трезвым, опрятным, что мы клиентов не пускаем. Иметь с собой эту бумажку. Иметь с собой справку о прохождении санитарной гигиенической обработки, справку о прожарке. Какое-то подтверждение того, что он живет в чистом месте, что у него нет шеи и грез. Вот. Это ССА дает тем, кто люди там ночуют, да? Большинство просто приходит и ночуют как раз ССА. У него есть такие талончики, что они все пожили и так далее. Вот, собственно, отходит от человека, не то, что мы там опять. Мне, конечно, здесь придет после приглашения. Вот у меня, я себе сама написала, куда я приглашаю, зачем. Вот здесь вот я пропишу, значит, Марк, говорю, поставите машину, надо записать, записываю, сам сидишь, вас записываю. И потом я рисовала Паша. Вот, ну, по одному по приглашению. Прежде чем раздавать, почтите, вы должны хорошо ориентироваться в этом листочке, и листочек становится вашей совместным действием на момент контакта. Если ничего нет под рукой, есть вот этот листочек, с которым вы можете с ним оставаться в контакте, давайте вы на рисковании, если нет под рукой ответа, который вот нужен. Надо это приглашать на работу, не надо говорить, что вот так, там много разных вещей, ты можешь выбрать. У этих людей проблем очень много, очень часто это проблемы. Ты можешь выбрать, у тебя есть возможность, вот эти вот слова поддерживаешь. Не сегментируешь, не сегментируешь, тебе надо, ты должен. Ты можешь, у тебя есть возможность, если ты захочешь. Это три волшебные слова. Удачи. Следующий понедельник. Он в жизни очень часто не мог куда-то в понедельник приходить. Ну, это начальник. Это нужно первую ступень, с которой все идет. Да, либо мы записываем куда-то, и спрашиваем,
тебе удобно, чтобы я это знал, получили это штат, тебе сделать так, чтобы тебе было сейчас это удобно попробовать. А мы не можем. Да, привет, я писала Thank you.